пригласили вас, чтобы рассказать о 10-м фестивале имени Ивана Мажухина, который пройдет на 7 площадках города Пенза с 1 по 3 декабря. И более подробно о фестивале расскажут министр культуры и туризма Татьяна Владимировна Курдова и президент фонда имени Ивана Мажухина Светлана Александровна Старцева. Добрый день, дорогие друзья. Нам приятно видеть сегодня все каналы Пензенской области, потому что на самом деле это достаточно серьезное, яркое событие в жизни нашего города и нашей области. Это один из брендовых фестивалей, и мы считаем его важнейшим фестивалем, так как имена, которые Пензенскую область вписывают в историю культуры и искусства не только российского, но и мирового масштаба, а Иван Мажухин именно таким и был, королем сцены, так его внештатно называли. И вот этот вот фестиваль, он единственный в мире, и фестиваль, который посвящен актеру немого кино. Особенно радует, что с каждым годом число участников растет, и растут площадки. Количество площадок в этом году увеличилось в разы, и большему количеству зрителей представляется возможность увидеть фильмы, которые будут привезены на фестиваль на различных площадках города. Это и библиотека имени Лермонтова, и литературный музей, это высшая лига, современник, естественно, киноконцертный зал Пенза, также это драматический театр. Очень большая, интересная программа, интересные люди приедут, актеры. Поэтому у вас будет возможность встретиться лично с ними на презентации фильмов. Ну, вот я думаю, Светлана более подробно о программе расскажет нам. А мы хотим всех пригласить на этот фестиваль для того, чтобы каждый мог прикоснуться и увидеть эти уникальные фильмы, которые в общем прокате бывает увидеть сложнее. Для вас это сегодня бесплатно. Я могу добавить только самую, может быть, тоже важную такую информацию о том, кто же все-таки приезжает. Поскольку мы до последнего момента держали такую интригу, и я могу сказать честно, что вчера в ночь последнего гостя уже мы согласовывали, поэтому так у нас будут гости. Ну, во-первых, киновед, кинокритик, кинопродюсер, у него много-много всяких званий и должностей, мы обязательно все потом расскажем. Вячеслав Шмыров, который проведет вечер, посвященный Борису Теню, нашему земляку в драмтеатре. Приезжает кинорежиссер и сценарист Татьяна Мирошник. Татьяна Мирошник представит свою картину документальную «Воскресенье. Покоритель стихии» о Федоре Конюхове. И она проведет вечер, посвященный памяти Егора Клинаева в библиотеке имени Лермонтова. Знаете, вы в программе, у нас 3 декабря стоит такой вечер. И картина «Частная пионерская 3». Приезжает, вот только в ночь вчера я узнала, вернувшись из Франции буквально, актер, который исполнил главную роль в картине «Турецкое седло» Валерий Маслов. Он будет у нас 3 декабря, будет представлять картину и будет на закрытии. Ну и приезжает тоже, вот теперь могу сказать смело, заслуженный артист России, уникальный актер по количеству наград, заслуженный артист России Роман Мадянов, который представит две картины в рамках фестиваля. Это фильм «Жили-были» на открытии и фильм «Монах и бес», который будет второй день. Вот такие вот гости, я надеюсь, что ничего не сорвется, и они все приедут. Что касается самих фильмов, вы можете о них спрашивать, о них можно о каждом долго и подробно рассказывать, и я это буду делать в процессе самого фестиваля, на всех показах. Пожалуйста, вопрос. На все сеансы билеты бесплатные? Да, билеты все бесплатные, но очень тяжело с билетами, могу сказать честно, знаю, что много обиженных, но это, наверное, естественная ситуация, потому что чем старший фестиваль, тем больше у него поклонников, зрителей, не успевают, вот мы сейчас говорили о том, что не успевают билеты подготовить новую партию, выкладывают в кассу, билетов уже нет. Уже нет билетов в «Современнике», давно нет билетов в «Высшей лиге», в киноконцертном зале, в огромном даже билетов кое-где уже нет. Но я просто хочу сказать, что приходите к началу кинопоказов. Мой опыт, те, которые выходят к зрителям, говорит о том, что когда люди берут бесплатные билеты, то они не всегда считают обязанными этими билетами воспользоваться, мягко говоря. Поэтому они могут не прийти, и в зале всегда места остаются. Я думаю, что киноконцертного зала все-таки да, хватит. А уж киноконцертного зала мы обычно пускаем просто перед началом всех желающих на все сеансы. Поэтому не надо делать из этого никакой трагедии. Да, и билеты есть, и приходите на все. Это пригласительные билеты. Конечно. Это просто места, чтобы люди знали, куда сесть. На всякий случай, чтобы не ругались.